Привет, привет, всем привет. Сейчас подождем всех, кто желал побывать на эфире. Эх, вы, это все вы меня расставили. А у меня столько дел дома. Привет, привет. Нужно было сегодня бойлерную перебрать. Так, ну что, мы посылку распаковали. Распаковку в Инстаграме сохранила. На YouTube позже скину. А сейчас должен настроиться свет. Подожди, пожалуйста. Ой, свет, Юля. Пиксели рассосались. Я что-то так спать хочу вообще. Караул. Я на полу. Мне прохладно. Я сейчас делаю печеньки. Смотря ваш эфир. Ой, как здорово. Будет хруст, будет хруст мокрым мелом. Кстати, я вчера ходила на еще одну процедуру по удалению бровей. Это последняя была. Все рассосалось, да? Все нормально, отлично. Это была последняя процедура. Я где-то в конце августа полностью буду менять форму бровей. Надеюсь, все будет отлично. Буду полностью менять цвет волос. Буду делать полностью смывку цвета. Вообще, я надеюсь, будут как красивые. Красивее, чем сейчас. И звук норм. Все, поехали. Поехали, поехали, поехали. Я что хочу? Я хочу. Спасибо большое. Начнем. Я хочу попробовать Орео. Попробовать Орео, потому что я его пробовала маленьким пробником очень давно. Мы его сейчас попробуем в сухом виде и попробуем в мокром виде. Вот у меня он подписанный, я кусочек взяла вот такого красивого Орео. Он такой шершавенький немножко. Напудренный, да? 100%. Да, такой напудренный. Привет, Олечка, привет. Ну, погнали. Орео. Мне нравится. Знаете, очень комфортно для зубов. Вроде плотненькие. Мягкое все, когда разжевываешь. Вкус немножко не вяжет. Знаете, как сушит чуть-чуть. А вкус... Я хреново вкус описываю вообще, мне кажется. Ну, что-то строительного такого вот. Не сливочного, не молочного, побелочного. Мне так кажется. Но мне поприкололо прям. Я давно такого не хрустела. Наверное, потому что часто жирными сортами хрустишь. Да, Оль, мне тоже понравилось Орео. Да, все верно, сорт 100% сухой. У
Часто спрашиваем вопрос, почему так долго живете? Девочки, я живу долго, потому что лично мой рот чувствует вкус, когда все это превратится в кашу. Я от этого кайфую. Почему вы не вырезаете тогда видео только хруст-хруст-хруст? Потому что есть эдиторы, очень хорошие, милые люди, которые офигенно делают эдиты с видео. И мне не хочется, чтобы они вообще ничего... хочется, чтобы они это сделали. Им будет более приятно, чем уже брать видео и просто... Есть прям крутые эдиторы, которыми я прям восхищаюсь. Вот. Орео мы положим в воду. Шипит. Не глотайте, пожалуйста. Я не глотаю. Вот. Пока Орео у нас шипит, мы возьмем Честер. Честер тоже я давно не пробовала. Наверное, все-таки потому, что у меня всегда часто жирные сорта. И я вот соскучилась по такому варианту. Один из первых... мелочка, которую я заказала. Честер и генерал Ватутин. Честер давно не заказывала. Надо сухие сорта тоже заказывать, потому что жирные вообще приедаются. Может быть, вообще я сейчас буду королева песочных сортов. Ну, грубо говоря. Так, Честер. Вкусно. Мне кажется, тесто немножко садите прям. Девочки, ранее на распаковке я говорила, что у нас будет неделя глыб разных. Вот, я сейчас прикинула плюсы-минусы. Часто на Ютубе остались, конечно, такие видео, когда мне не было времени снять отдельно какой-то хруст, как некоторые любят. Я добавила видео с эфиров. И этот эфир я тоже добавлю. Я когда приеду с Крыма, я обязательно отдельно отсниму глыбы. У нас будет неделя глыб. Поэтому, пожалуйста, терпение и не обижайтесь. Потому что я думаю, не хочу наскоряк вот так отснимать, чтобы лишь бы что. Потому что у меня всегда это плохо получается. Вот. Еще такой вопрос был, знаете, Аня, я понимаю, что люди некоторые любят, чтобы снималось только лицо, хруст. И я благодарна, что я знаю таких милорежек, которые так красиво снимают. И, слава богу, вы тоже их знаете. Я пробовала, не буду врать. И у меня есть такие видео, когда я себя немножко как бы даже заставляю, чтобы снять в таком формате. Не в обиду сказано, я человек, мне нужно поговорить, пообщаться. Поэтому я часто веду эфиры и добавляю эти эфиры на YouTube, чтобы потом была обратная связь, чтобы потом можно было пообщаться в комментариях. Я понимаю тех людей, которые только любят хрусты, я их не осуждаю, у них есть всегда выбор. Но вы и не пишите, пожалуйста, в комментариях таких типа... надоело, много разговоров. Если много разговоров, вам не ко мне. Но я всегда стараюсь где-то в среди недели добавлять по 3-4 видео, где я снимаю в таком формате, которым нравится некоторым моим подписчикам. И я благодарна, что они все равно со мной остаются и общаются. Так, чего тут вот написали? Тут я первый попробовала сестры Волоконовку, Калинка. А потом сама купила мой лайт. Это кто идет? Подождите. Кто-то ко мне домой хотел зайти. Надо закрыться, сейчас открыто, я тут с тарелкой сижу. Так вот. Так, потом купила сама мой лайт, безымянный, после этого не покупала мер. Видите, у меня уже все. Пробники брала сластёно-храповские. Больше не помню.
У кого так, девочки, живешь милый, будто хочется блевануть. Простите. Дима, мило, это не мое. Не кушайте, значит, это не ваше. Зачем вам такое кушать? А мне вот эти не попадаются. Но если хочешь слушать только хруст, то люди пишут тайм-коды. Да, кстати, тоже очень интересно. Вот эти тайм-коды я недавно про них узнала. Сегодня вам купила Валучик кайф. Белая гора и Петропавловка были моими первыми на видео. Сохраните, сохраню. Так, привет, привет. Я люблю твои болталки. Я люблю тоже болтать. Аня, вы были в меловых горах? Нет, я не была. Я была только на глиняных горах. Не была. Юлька была, а я не была. Так, что у нас там? Море мокрое стало. Давайте его попробуем. Орео. Он такой плотный стал, как будто твердый стал, как будто более монолитный стал. Очень интересно, мне очень вкусно. Я давно такого не жевала, может быть. Такая крупинка интересная и привкус такой стройки прям. Да, сохраню, сохраню эфир. Сохранится. Мне Орео понравился в мокром, в сухом виде. Или я давно такого не пробовала, или просто он мне зашел. Короче, так скажу. А вот он, короче, когда в сухом виде, когда он в сухом виде, он прям беленький-беленький. Когда я его намочила, он прям прожилочки такие оранжевенькие. Ой, вкусный, короче. Кусок железа, что ли? Железо внутри. Оп. А сколько? Целый много железа. Сейчас обед. Все спят, детки. Нет, вышел у нас один человек отдыхающий и мяч гоняет. Вот что за человек? Ну, обед с маленьким ребенком. Ну, идите поспите, у вас кондиционер включите, кайфуйте. Ты что, не видишь? Все во дворе тихо, детки спят. Всегда поражаюсь таким людям. Сейчас, подождите, девочки, не понимаю. На меня сейчас стекло постучало. Нормально? Так, где тут маленький кусочек мокрого?
Во дворе обед. Все отдыхающие спят. А дальняя комната с той стороны решила поиграть в мячик под окнами у людей, которые отдыхают по всему морю. Давайте безе. Безе, 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 безе. Вот безе. Вот у меня. Ого, какой большой кусок взяла безе. Безе напудренный. Такой прям. Будем пробовать. Очень интересный. Или я давно не кушала такие сорта. Всегда жирный себе беру. Мне нравится. Только побел очень вкусный, меловой. Мне нравится безе. Немного сушит рот. Крупинки такие прикольные. Интересно, интересно. Да, это новая посылка. Распаковка есть в сахалинах. Да, мелкие у меня все сухие. Но вот безе, он сухой. Но я бы его еще чуть-чуть на солнышке посушила. Класс. Давайте его положим в мокром виде. Похрустим. Так. Это кто у нас подписал я? Это кусочки Честера. Честера. У меня свой язык. А, Богородский. Вот я Богородский хотела. Так, Орео. Вот Богородский. У меня есть кусочек. Где, ну, там кусочек железа.
Магаровский тоже интересный блок. Плотный. Анна. Богородск-то вообще немножко сладит. Анна. Я изобрела способ убирать из глины песок полностью. Измельчаем глину до мелкой крошки. Заливаем водой до состояния молока. Прям настаиваем день, процеживаем через колготки. Подвешиваем, подсушиваем в духовке. Ого, какой способ! Чтобы лишняя влага ушла, затем обычным, сушим обычным способом. Ничего себе. Классно, тоже попробую, только у меня духовки нету. Так, кто это у нас? Безе в мокром вине. Класс, как яблоко грызёт, мягкое. Сейчас в безе попадаются ракушки, я уже второй раз вроде что-то попало. Да, у меня много чересяна, орео, честер, безе, ассорти. Вы давно живете в этом доме? Я 5 лет прожила в Новороссийске. Короче, я вышла замуж. 7 лет здесь прожила, потом переехали на Россию, 5 лет прожили, сейчас приехали сюда, обратно 2 года живем. Кусается вообще классно. Безе классно. Мокрое видите, такая приятная. Классно, мне нравится после вкуса от безе в мокром виде. Самый мой любимый мел – это красный. Спокойной ночи. Я не глотаю. Он уже мокрый.
Такой кусочек съела, такой послевкусие классное. Забыла, что хотела сказать. На ютубе будет ссылка на Дашу. Сливлико. Да, Дарья Баканова. У меня мелочек сухой пришел весь. Пока, наверное, дождей нету. Мелочек и сухой. Вот мне из всей посылки, из 36 килограммов. Вот чашка, крошки. Вот то, что поломалось, вот отломалось и посыпалось. И... ну, вот еще мисочка такая небольшая, такая же. Я была на прошлой неделе в Джубке, отдыхала на берегу, видела что-то похожее на глину, кидалась к ним, кусала, мужу жал, что люди подумают, а камни грызут на берегу. Но нет, глина, это не глина, а камни. Да, все верно, кто помнит, я давно скидывала сторис с утреша, где такие красивые скалы, похожие на глину. Нет, это не глина, ее называют по-разному, это порода горная, трескуны их называют, они твердые, ну как бы безвкусные, но это скала. Да, сколько, да, все верно. В этот раз я мел не чистила, мел весь зачищенный. Вот тут даже видно, какой он чистый, видите? Вот он весь зачищенный. Я, да, кстати, первый раз именно вот, прям тут видно, что он чищенный. Прям белый-белый-белый. Что он прям зачищен полностью. Но у Даши, в принципе, я просто
Когда мел приходил влажноватый, он кажется, что такое сероватое. А когда он высох, он стал белым. И я немножко счесывала, а сейчас я смотрю, тут прям, ну, вообще куски прям выбриты. Видите, вон даже видно. Прям видно, что их прям вообще... Ну, так сказать, я так рада. Катюш, привет, ты тут ассорти, чисто, рано. Это свеклюква 100% вкусненькая. А, поэтому тут ассорти, после распаковки собрала. Красота. Девчули, я побежала. Нужно убирать бойлер, но мне нужно найти палатку. Палатку, фонарик. Буду потихоньку искать вещи для нашего путешествия. Я вообще такой человек-планировщик. Планировщик. Что мне нужно, чтобы все четко. Лучше я заранее это все сделаю, чем потом бегать искать. Всех люблю, целую.